Здравствуйте, в эфире национального телевидения «Чуваши», информационная программа «Республика», в студии Ольга Пырочкина. Смотрите сегодня. Положительная динамика. Глава Чувашии Михаил Игнатьев побывал в акционерном обществе «Химпром». Два берега одной реки. Мост через реку Цивиль в селе Калинино Бурнарского района планируют восстановить в мае. Изумрудная свадьба. Семья чебоксарцев Гинзбургов празднует 55-летие семейной жизни. Глава Чувашии побывал сегодня в публичном акционерном обществе «Химпром». Михаил Игнатьев осмотрел цеха, встретился с молодежным активом и ветеранами предприятия. О нынешнем положении дел на предприятии, его перспективах в нашем материале. За 2015 год химическое производство в России выросло на 6%. Это лучший результат отрасли за последние 5 лет. В нынешнем году положительная динамика сохранится, считают эксперты. Ситуация на новочебоксарском «Химпроме» является своего рода подтверждением такой экспертной оценки. Девальвация рубля позволила увеличить экспорт, что сказалось на мощностях. Этот узел входит в состав проекта по увеличению, наращению мощности производства предприятием пероксида водорода до 95 тысяч тонн в год. Это позволит нам суммарно в 2016 году увеличить мощность до 47% действующего производства и увеличить выпуск продукции, соответственно, занимая ниши не только в России и СНГ продуктовые, но и выйти в Европу. 500 миллионов рублей в этом году только будут инвестиции вкладывать в модернизацию, техническое перевооружение производства. Планируется расширить географию поставок по России, к примеру, в Челябинскую область. Этот вопрос обсуждался во время визита чувашской делегации в регион. Дочернее предприятие «Химпрома» «Перкарбонат» производит продукцию, которая не имеет аналогов в России. Перкарбонат натрия применяется в качестве отбеливателя, например, в текстильной промышленности. Это основной компонент стиральных порошков и моющих средств. В реальном секторе экономики химическая промышленность в республике достойно работает. И в динамике, и в прошлом году рост есть в среднем, я докладывал недавно перед Государственным советом о показателях, и за 3 месяца текущего года на данном предприятии «Химпром» рост почти 30%. Мы говорим кризис, для них, я говорю, дополнительные возможности открылись. Предприятия публичные, градообразующие, они пополняют доходную часть бюджета разных уровней. Это здорово. А касаясь в целом промышленности, но по этому году мы прогнозируем 2 варианта, пока сложно предугадать.